Умер Путин, попал на страшный суд, а там Бог сидит за столом и вся его приемная комиссия. Спрашивают строгенько имя и фамилия и род занятий. Путин подумал и говорит: «Зовут меня Алеша Ступин, я оппозиционный блогер и художник. Пострадал за свои политические убеждения через проклятого Путина». Бог снял очки, протирает их носовым платочком и говорит, улыбаясь: «Что же вы, Алёша, себя не уберегли? А я ведь был у вас в подписчиках на Фейсбуке. Любил, знаете ли, смотреть ваши веселые картинки». Путин развел руками: «Да вот как-то так нелепо получилось. Очень уж жизнь у меня безрадостная была. Не смог пережить всех обрушившихся на меня бед. Лег на диван, закрыл глаза и умер тихо от горя». Апостол Павел украдкой слезу смахнул, а апостол Петр что-то в своем блокнотике пишет и спрашивает, глаз не поднимая: «А вы в Бога верили?» А Путин хитрый, зараза, вздохнул и говорит: «Я, видите ли, человек принципиальный. Я не такой, как все. Куда они, туда и я. Нет, я был ищущая, метущаяся душа. Жаждал, быть может, где-то в глубине, но не знал, как приобщиться. Уж больно мне все эти ваши культы, господин Бог, устаревшими представлялись». «Короче, не верили?» — уточняет Петр. И пока Путин думал, как ему выкрутиться, Бог и говорит: «А знаете, товарищи, мне такая позиция намного ближе и понятнее. Я уж лучше такого человека к себе возьму, чем какую-нибудь гадину верующую, вроде попенка этого фейкового Милонова, падлу, которая ко мне, к Богу, никакого отношения не имеет. И эту заразу, верите ли, собственными руками». И так воодушевился, занервничал, аж задрожал весь. А апостол Павел говорит: «Да не переживайте вы так, Иисус Саваофович, не стоит оно того». А тот ему: «Да как не переживать, Паша, когда кругом такая несправедливость вселенская творится? И все из-за этой нечисти в Кремле. Война, горе, убийство людей. Не могу я уже спокойно на это смотреть. Честное слово, не могу». И так Бог разнервничался, что пришлось ему корвалолу накапать. Наконец спрашивает председательствующий всех сидящих за столом: «Что вы, товарищи, думаете?» Петр пожал плечами, а Павел и говорит: «А мне его холсты нравятся. Очень уж на них лики такие искренние и душевные. И никакого там богохульства и святотатства, конечно же, нету. Враки и глупости все это. Ханжество и клерикализм. И скоро, я верю, их на аукционе Сотсбис уже и за миллионы будет не купить. А у нас в раю он мог бы всяких ангелочках на плафонах расписывать масляными красками. И очень красиво будет». Короче, проголосовали единогласно. Выписала комиссия Путину билет в рай и торжественно вручила. И он уже было решил, что опять всех переиграл, как обычно, взял свой чемодан, кланяется и идет жопой к дверям. А апостол Павел вдруг и говорит: «А что это у вас там сзади?» Путин: «Где?» «Да вон из-под пиджака торчит». «Да где?» «Да вон же, на хвост похоже». «А это... эта труба, кажется, водопроводная. Не знаю, как она туда попала. Зацепилась, наверное, когда я умирал». Тут Бог очки надел, посмотрел внимательно на Путина, да как закричит: «Ба, так это же Путин! Это же та самая шкура!» Короче, отобрали архангела у него билет и дали Путину такого поджопника, от которого он полетел вместе с чемоданами вверх тормашками в ад, где его черти уже заждались. А для страшного суда заказали, наконец, на Амазоне сканер с детектором. Потому что нельзя уже так. На дворе 21 век, а у них все по старинке.